Скажи, я Зевс. Не смотришь на меня? У нас вот такой зайчик есть, да? Зайчик, есть зайчик. Вот, говорит, покажи, где у тебя зайчик? Это зайчик? Где, говорит, мама? Где мама, да? Не знаю, говорит, как себя вести. Дядька, говорит, пришел какой-то. Вон мама ходит, мама ходит, мама. Где мама? Дядька, говорит, какой-то пришел. Да, родной, тебя никто не тронет. Ищет, говорит, где мама? Где мама? Ой, говорит, пришла. Не обещала, скажи, что никто. Да, говорит, мужик, говорит, какой-то тут. Все. Кто маме вавилоны ночью на голове делает, да? Кто? Привыкает хоть чуть-чуть. Да, ну очень хорошо привыкает. Иду инфузам отменять. Плачет. Ты куда? Я говорю, сейчас приду. Ну видно, что он. Я это сам. Не, он с каждым днем все лучше и лучше. Разговариваю, а он вдаль смотрит и так это не хочет, говорит. Не знаю, говорит. Вот, зайчик у нас. Вот, идется да. Завтра за зайчатин ехать. За зайчатин. За крольчатин. За крольчатин. Фермер, да? Зайчик, и лапы, так и для всех. Вот, молодец. Зайца надо. Вот, охотничек, да? Что? Что там? Тамася. Тамася. Вот такой шикарный лев. Мужчина. 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 Не отберем, не отберем. Да попробуйте. Попробуйте, возьмите, да? А тепло, да. Так да, вот тут, я говорю, тут до утра тусит в основном. Это специально закрыли батарею ящиком, чтобы он мог на ней лежать на теплухе. А то без защиты батареи не будет ни у кого. Да, это не батарея не будет, не теплого места, да? Да. Конечно, я же скажу, парень талантливый. Дверь, говорит, умею открывать. Да, скажем, все. Ну, пройти хочешь, да? Ты же еще не решил. Нет. Зайца хочет унести. Прятать. А мы не найдем, не переживай. Ну, я отошел, иди. Ой, прям такой. Моя добыча. Вот твоя. Не, никто. Да. И я даже не заберу, не переживай. Задумался. Что ты там увидел? Вентиляция. Пока не допрыгнешь. Пока не допрыгнешь. Пока не допрыгнешь, вентиляция, да. Тебе не надо меня нас попробовать. Я невкусная. Невкусная. Не надо. Это не хороший тон. Представляешь, когда у тебя зубоньки будут большие, что будет с моими ручками? Да. Нет, не вот давай. У тебя заяц. Есть заяц. Охота на зайцев. Ну, нос сможешь? Подумал, ладно, говорит, не буду, да? Злой вид показывать. Вот так ты нас, да? Вот так. Как этого зайца. Ну, молодец, не рвет. Пока нет. Надумал, он только сегодня первый день на этот цвет. А, вчера. Ну, вчера он не обращал внимания еще. Сегодня решил проверить на прочность. Только сказал, что не рвет, да, сразу рвать начал. Я тебе не говорю. Рву. Рву. И все, мама ушла. Охотничек, лови. Скажи, я уже поймал, мне хватит. Не царское это дело. Лучше сидеть. Да, говорит, скажи, не царское. Бабы ловить будут. Скажи, не царское это дело ловить, да? Да.
Ягодца запомнил, да? Ягодца запомнил.